беспроводной маршрутизатор для базовых задач. В этом видео мы распакуем роутер Merkusys MW305R. Он поставляется в комплекте с блоком питания, патчкордом и пользовательской документацией. Визуально устройство выглядит строго и просто. Компактный корпус изготовлен из белого пластика. По бокам и сзади расположены три несъемные антенны с коэффициентом усиления в 5 изотропных дБ. На лицевой стороне в ложбинке расположен индикатор работы. На тыльную сторону вынесено гнездо для подключения блока питания, кнопка сброса и быстрого подключения беспроводного клиента, а также 4 сетевых порта, один из которых WAN для подключения кабеля от интернет-провайдера и 3 LAN для подключения локальных устройств. Роутер работает в одном диапазоне на частоте 2,4 ГГц и поддерживает Wi-Fi 4-го поколения. Скорость соединения по воздуху может достигать 300 Мбит в секунду. Из особенностей модели отметим ряд инструментов для защиты сети. Среди них родительский контроль, гостевой доступ и шифрование. Настроить устройство и управлять сетью можно с помощью веб-интерфейса или специального приложения. Как итог, перед нами простой, доступный роутер с типичными скоростными характеристиками. Это неплохой выбор для домашнего использования.